Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал PH3 Games. И мы с вами продолжаем. Да, вот что бывает с троллями. Так что мы едем спасать нашего тролля Джимми. Да, интересно, кто-то его похитил. С таким злобным смехом. Жесть. Так, ладно. Ну, почти приехали. Что, ну, в горы, что ли, везли? Солнышко садится, шикарно. Закат. А, они что, передвигаются? Или стоят на месте? Вроде стоят. Теперь едут. Ну, давайте. Начинается. Ну ты-то куда выехал? Он дебил. Так, вот мы потеряли. Наша машина быстрее бы не разбилась, чем их. Джимми! Ты ж, вон. В багажник. Чуть-чуть не улетели. Опа. Давай. Чё, перенулся, что ли? Гуди. Может, С4 кинуть? Куда вы прете-то, а? Обезбашенные моды. Боты, то есть. Э, куда он здесь? Чего? Они же были на карте и как-то быстро исчезли. Ха, чудеса, блин, GTA. Да. Так, ладно, пробить им колеса, блин. А, по телефону разговаривать не целится. Ух, хера ты дебил. Завалить тебя, ублюдок. Все, обосрались. Ладно. Пускай живут, блин. Так, может, и влезть с этой машины. Может, сядем в нашу, блин. Давай, влазь. Иди сюда.
Are you sure? Because the dude holds like a grudge, and I'm like his nemesis. I wouldn't go that far. Look, he thought you were a fat little nobody. Now he thinks you're a fat little nobody with a badass for a dad. He'll stay away. But I'm like his troll, Pop. А вот какие троллицы, значит. Жирненькие такие, упитанные. Папочки у них явно не такие. Call me an idiot, but a troll? Jim? What's a troll? Like a joker on the internet. What sort of jokes? Так что, друзья, вот вам живой пример троллей. Like what? Как они выглядят. Like someone posts something and you're all like, that sucks, you suck, dick. Oh, so jokes that aren't funny. No, you don't get it. Ну давайте полетаем. Вот так вот. На четыре колеса. Вот это так. Майс. А все заткнись. And I'm all like, damn, son, that right there is one ugly ass motherfucker of a baby. And I'm all like, my balls prettier than that baby. And I send him a picture of my balls. I seen roadkill prettier than that baby. What the hell is wrong with your baby? And he's all like, actually, there's a problem with its chromosomes or something, and it's actually a miracle it survived birth. And I'm all like, it's actually a miracle I survived seeing a picture of its ugly. Enough. All right. All right. Fucking enough! I get it! Maybe that one was a little OTT, but it's generally... Aw, man! Really... Чуть-чуть задели, развернуло. Yeah, good times, не great чем, times. Тачка. The fucking fun думал, you have. Нормально будет, оказалось. Говнецо. Да, нам лишь бы доехать. I'm kinda shaken up, Dad. Could you drive like a sane люди... person? Блин. Надеюсь, он живой. И чё, копы? Look out! Ты серьёзно, что ли? Он там копы где-то стояли, или он очевидец сам. Driving is making me wish I was still kidnapped. Две звезды. Are you drunk, Pop? Да тихо ты. Не отвлекай нас, Джимми, мы за рулем. Давайте здесь зашкиримся. Ты не все поедут же. Это здесь станем. А, ну все. Нужно поменять машинку. Вот и камеру один. Все, улазь. Конечно, цветом не очень, ну ладно. Can we go already? Get out of the way. You're driving like a man who's taking a sleeping pill. Так, куда мы его взял? Тут домой, что ли, там? Разве нас там дом? Нет, тут у нас не дом, тут... Кто тут? Куда мы его привезли? In his lair. Now stay off the internet for a while. And don't wind people up so much. I learned my lesson, Dad. I did. Yeah, sure. And I'm a tax account. Написали бы, задание тролли выполнено. Так, и что теперь? Смотрим. О, Франклин. Кто тут у нас?
И все. Ладно, Франклин там Франклин. Там же опять Доминик этот, который собирался с здания прыгнуть. Приветик. Переоделся. Да нет, она уже готовенькая. Байки. Ладно. Тут он Лестер. А, вот. Нормально. Ну, хотя давайте прыгнем с Домиником. Чтобы задание уже до конца выполнить. Так. Кузову поезд. Поднимаем, поднимаем. Нет. А с города поднимать не камфо. Так, ты шлем надел? Нормально. Вот это было опасно. Да, дебил Доминик тут-то. Он же хотел с здания ФБР прыгнуть. И... Блин, туда же на вертолете надо залетать. Или как? Поднимитесь на крышу, понятно. Ладно, Доминик, отдыхай, да. Будем мы ради тебя искать вертушку. Так что отправляемся на дело. Так, одно тут, другое. Так, здесь у нас, значит, поезд. Тут у нас... машина-то, которую будем бурить. Ладно, отправляемся за ней. Нам будет найти четырехместный транспорт, прокачать его и спрятать для отхода. Оп. Поднимай, поднимай, поднимай. Отлично. Так, где там строительство идет? Где-то здесь. А, это же машина и метро же буря там. Дырки-то эти. Сейчас нам в метро надо заехать. Или не тут она. А вот он бур. А, он тут стоит. Я думал, метро будет. Ну, даже лучше. Давайте посмотрим. Заткнись. Вот такой бур. Да, эта штука разворачивается и начинает там бурлить все. Бурит. Пошел ты, блин. Ты чуть не спрятался. Ну, блин. Все, свалил. Ты что, живой? Блин, быстрее. Копов вызвал. О, да. Напряжно будет нам от копов оторваться. На такой машине-то, блин. Тут если в гору уехать.
Давайте попробуем по горам. Сейчас повернемся, только она будет. Че, пожарная? Зачем пожарную вызвала? Ну давай. Ой, только не цепляйся. Туши фары. Туши фары. О, а тут бежит такой беленький. Ты кто это? Ты кто? Кошара? Снежный барс, что ли, здесь? Точняк. Давайте маленько. Полюбуемся, кто это. Прикольно. Тут кошаки какие обитают. Так, ну, исчезайте. Вот эти бегут, бегут. Все, отлично. Не добежали. Эй, I got this big ass drill thing. Good, there's a guy working at the parking lot around from the Union Depository. He'll let you in. Shit, alright, dog. Так, 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 теперь надо аккуратненько нам спуститься. Вот здесь попробуем. Тихо, тихо, тихо. Что там? Кусты, что ли? Снеси. Там маленькие кустики же. Так, сюда. Вот и все, отлично. Самый быстрый способ в горах скрыться от копов. Ну, конечно, в мультик просто лес раззвони, плати, и копов нет. Сигналишь. Шикарный бур. Будем бурить прямо в хранилище. Блин, пара не работает, все что ли? Так, где это? В центре же. Тихо, тихо, тихо. Простите, извините, мы торгуемся. С дороги. Тоже с дороги. Так, и мы приехали. Отлично. Пару поворотов. Вот он остался. Сюда нам. Да-да-да. Все, паркуемся. Попали нас немножко. Бурильщик. Так, ну отправляемся за поездом, значит. Так, а здесь есть транспорт какой-нибудь? Нет. Как нас так горизонтально почти попали 4 раза? Так, почему здесь транспорта-то нет вообще никакого? Что, все уехали по домам, да? Рабочий день закончился? Ладно. О. Тихо,
Тихо, ну-ка, иди сюда. Jesus Christ! Ха-ха! Прыгай, довезу. Нет, не хочешь. Так, ладно. Не подходит. Ну ладно. Мы, конечно, другой найдем. Нам надо найти сейчас. Где он там? О, куда нам ехать? Ладно, мы ваше время сэкономим сейчас. Так, друзья, доехал до этого места и продолжаем. Так, железнодорожники. Ладно, вылазь. Пойдем пообщаемся. Тихо. Так, это первый. блин. Тихо, он еще. Крепкий парень. Так, парнишка, полежи, отдохни. Да, хорош ты. Так, где он наверху? Ну да. What are you doing here? Все нормально. Hey, the guard's out, T. I'm switching the track. Так, переключи стрелки. Hey, the track's swift, so it's gonna divert. Okay, I'm almost at the chopper. Сюда. А, подождать. Ну, подождем. О, какой древний тут ПК стоит. О, едет. Да. Давай быстрее. Теперь ты наш. Так, теперь мы начнем за Триллера. Вот. Да, точно. И Карнобоб. По-любому он. А, нет. Грузоподъемный вертолет. Ладно. Летели. И теперь нам, значит, надо на ходу прям зацепить поезд, состав весь. Или нам только локомотив нужен. А вагоны нам не нужны. Не, хотя парочку вагонов надо, чтобы 4 тонны золота загрузить туда. Так, где-то он здесь должен быть. Вижу. Алло, он остановился, что ли? А, ну да, вот он стоит. Ну, нормально, я думаю, будет ехать. Так. Спускаемся. Цепляем сначала сам. Тихо. Подойди сюда поближе. Прям тонкая работа тут. Лично. А нет, нам только нужен локомотив сам. Так, мы его что, нам что ли, в аэропорт? Аэродром везем, а там же на железке же нету. Там вон фура стоит, понятно. Так, развернуться. Охереть, блин. Свистнули поезд, блин.
поравняйся. Тихо, тихо, мы сейчас бросим мимо его. Выше, выше, выше. О, кто-то полетел. А, нет. Птичка пролетела. Прикольная вертушка. Не, сама вертушка так себе. Скелет только вот движка-то вообще охеренная, блин. Чтоб такую тушь куда уехал. Без нас, что ли? А нам что делать? Реально без нас выехали. Есть даже машина на той рукой. Взлетай, взлетай. Там магнит-то какой мощный. Хера себе, не быстро уехали. А, теперь составы нам нужны. Ну ладно, хватаем тогда этот. Примагнитили. Да. Ну, БелАЗ. Можно было забрать с собой тоже. 4 тонны туда загрузить и ехать. Так, где там он мне? Выровнять. И пониже. Все, поехал. Все, отлично. Собственно, путь выполнен. You said you wanted a train? I got you a train, Lester. И играл у нас магнит такой здоровый стал, он вытянулся что ли, когда мы маленький подобрали состав. Будет такой маленький магнит теперь такой здоровый. Ладно. Шикарный магнит. Ух ты, какие люди. Oh, it's good to speak to you. My thoughts are with you. Is he, Martin? Is he treating you well? If you ever. You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Oh, Patricia. I really miss. I have to go. No. Самолетик, а машинка есть какая-нибудь? Конечно, можно долететь. Но не на этом. Поменьше на какой-нибудь. Так, давайте посмотрим. Что здесь у Тревора есть. Все нормально. Ладно, Тревор, отдыхай. В
Франклин. Теперь нам надо найти машину для отхода и поставить ее на стоянку. А можно же немножко прокачать ее. Так, Франк у себя дома? В особняке, да? Угу. Переоделся, ну. Ну ладно, ладно, пойдет. Так, ну наша машина явно не подойдет. Давайте найдем какой-нибудь внедорожник. Нормально будет. А прокачаем там броню, поставим на него и бронированные покрышки. Так, ладно, давайте на байке покатаемся и поищем внедорожник. Это что там у нас есть? Не, на таком мы не поедем. О! Отлично. Да знаем, что нам не годится для... Сейчас другую найдем. Так, нам в город надо. Тоже не пойдет. О! Песик. Вот это должен подойти. С нас спалили. Можно использовать, отлично. Но сначала байк надо. Так, мы в гараж съездим. Можно на хаммер, не на нам хаммер. Он неуправляемый и слишком широкий, все сносит. Заткнись, блин. Так, город, город нам, город надо. Там гараж-то. Броню поставим, покрышки и хватит. Так, вон гараж, отлично. Блин, там с той стороны. Так, надеюсь, Франклин там деньжат хватает. О, это без крыши стоит здесь. О, нам явно с крыши надо. Тут что-то копии, блин. Так, ремонт, броня. Ладно, тихо-тихо. Самую-самую ставим и... Трансмиссия нам нужна. Колеса. Ну, тонировочку поставим, чтобы у нас там вида не было. Ну ладно, движку тоже немножко прокачаем. Так, бамперов ничего нету, да, здесь. Ну ладно. Самое основное взяли и хватит. Угу. Так, теперь на тебя спрятать. Тем можно в то же самое место его спрятать.
стоит, оно должно быть где-то здесь наверху. Ну-ка, здесь. Пойдет, нет? Так, позвонить Лестеру. I got something we can use for the getaway. I'm gonna put it in that garage, and I'll call you back. Okay, I'm not going anywhere. В гараж. Хе-хе. Ладно. Ты что здесь пробка такая-то? Да рассосались. Самолет летит там где-то большой. Так, вон она, подземная парковка. Немножко подъехали. На себе. Тихо, тихо. На, поставлен. Явно место не для нас. Ну откуда, кому знать. The getaway car is in the parking garage, Lester. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Ну все. Все готово к ограблению. Или что там еще появилось? Ну да, все, можно отправляться в стрип-клуб и начинать дело. Большое наше дело. Ограбление федерального хранилища. Подойдешь? Вау! Ну ладно. Бич. Че? Тихо, тихо. Немножко потрогать. Че на меня реагирует на нас? Все что ли? Мы ей больше не нравимся? Ну и ладно. Ну а мы, друзья, на этом-то остановимся. И будем продолжать следующую серию. Так что подписывайтесь на наш канал PH3 Games и на наш паблик ВКонтакте. Ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.